Всем привет! С вами Manuel Knows и 53-й выпуск. И у нас в гостях сегодня новоиспеченный чемпион мира по ММА по версии WWFC, как в рестлинге. Да, все верно. Поздравляем тебя, Саня, с победой. Давай сразу перейдем к этому бою. Что ты от него ожидал и получилось ли то, что ты хотел? Ну, понятно, что ты хотел победить и победил, но ожидал ли так, что так быстро все получится? В принципе, нет. Настраивался на все 5 раундов. Я готовился все лето, я знал, что... Вообще, дата боя была известна уже очень давно, за 4 месяца. Мы узнали о бое еще в мае. И я сразу понимал то, что бой в сентябре, то есть летом особо позагорать не получится, то, что будет длинная подготовка. И, конечно, всю подготовку мы рассчитывали на всю дистанцию, потому что это первый 5-раундовый бой. Это большая дистанция, и настраивался там на нокаут в первом раунде, это глупо, как минимум непрофессионально. Поэтому настраивался на 5 раундов, ну, конечно же, понимал, что если будет возможность, ну, завершить досрочно, мы это сделаем, типа. По поводу, что я ожидал, во-первых, очень много соперников поменялось, у меня к этому бою должно было быть изначально один соперник, потом слетел, дали другого. И все они, между прочим, по стилю очень разные. Один высокий левша, другой там низкий борец, и... Постоянно мне нужно было перестраиваться и менять как бы план подготовки, вектор. Но вот да, прилетел со Стокгольма, причем узнала за 3 недели до боя то, что вот мой соперник предыдущий травмировался, и мне дадут его. Я прилетел со Стокгольма, меня встречает Пашка с самолета, и первое, что мне говорит не привет, это то, что слетел соперник, под которого я готовился уже все лето, а это высокий левша, это вообще полностью все по-другому. Не знаю, мне кажется, высокий левша это самый вообще... Паскудный тип соперника, который может вообще быть. И я все время спарринговал там же в том же Стокгольме. С тренерами работал именно под левшу. Тут в Риге готовился с Игорем индивидуально, тоже под левшу какие-то комбинации затачивали. А еще один такой прикол, то что в Стокгольме, так как соперник левша, и тренер это знал, он старался с нами спарринг-партнеров левшей давать. И так, блин, получалось то, что было только 2 левши, и то, один это 100-килограммовый чернокожий парень, который 100 килограмм, это кикбоксер, левша. И когда он бьет, тебе пофиг, какой он удар. Вообще не принципиально. А второй это был Хамзат Чимаев, который сам правша, но вставал ради меня в левую стойку, но это вообще, в принципе, там, ну, в корне не меняло. С Хамзатом что в левую, что в правую, там, ну, короче, нелегко. Да, я вот прилетаю со Стокгольма, Паша говорит, так и так, соперник слетел, ищут срочно замену. Кто это будет, пока неизвестно. Я как-то думаю, блин, уже реально все равно, с кем драться. Думаю, лишь бы, чтобы был сам бой, потому что столько много вложений, и кэмп провели, и все. Я говорю, уже не принципиально, хоть, блин, Фергюсона приводите, уже реально не важно. Все, пошел спать, поехал домой, на утро просыпаюсь, первое сообщение, открываю глаза от Пашки, скидывается этот шердок этого пацана. Я, не глядя, его сразу пересылаю тренерам, Андрею, Игорю, говорю, просто, нет, говорите. Они скидывают, да, берем. Я захожу, смотрю, шердок, там... 8 побед, 4 поражения, и всегда дрался 77 килограмм. У него там были хорошие бои, он и в Дубае бился, и на Fight Night, он с Буториным бился, там, конечно, проиграл, но неплохо посмотрелся, по крайней мере. Я думаю, ну окей, да, парень будет потяжелее меня, но я прошел такой лагерь, такие спарринги, что мне уже, честно, хоть не принципиально, с кем было. И все, и начали, в принципе, изучили этого, посмотрели на него, я понял то, что по стилю он намного удобнее, чем предыдущий этот высокий левша. Он такой стандарт. Стандартный боец, да. У меня, в принципе, 90% соперники вот именно вот стойкие, они вот такие. И все, с Игорем разобрали по тактике, как с ним работать, и плюс-минус нарисовали какой-то план и его придерживались. Вот как и получилось, вышел на бой и, в принципе, ничем он меня удивить не смог. Да, но многим было непонятно, мне в том числе в тот момент, почему он так упал жестко. Да, там на самом деле, как все знают, что падают люди не от сильного удара, а от точного, да. И там было так, что он просто пошел джебом на меня, и я навстречу вот просто как бы кинул руку, расслабленно, даже максимально не напрягал, не было, да. Ну и четко попал подбородок. И он падает, как мне объяснил, ну, не секрет, что в его штабе есть мой там товарищ, друг, да, он объяснил, что падая, он сам ударился об колено, от этого он так, ну... разлетелся, типа. Поэтому такой эффект выглядел, да, чтобы никто там, потому что были варианты, вот там даже в комментах, договорняк, постанов, какой договорняк, ну типа смысл. А потом его, когда, ну, пацаны подняли сразу, там, его там двое лежали около клетки, там, этот Калантай, с кем Даник бился, это его одноклубник, я через минуту две, где-то три подхожу к нему в клетке, чтобы пожать руку, там что-то сказать, я к нему подхожу, говорю, спасибо за бой, а у него лицо такое потерянное, и он говорит, а что было?
Я такой, все, ладно, понял. Типа, разговор, я больше не беспокоюсь. Разговор не удастся, да. Угу. Ну и все, и да, я потом после, там, когда уже с клетки вышел, там, я после боя там еще минут 40 фотографировался, когда подходили ко мне. Да, я потом через минут 40 к нему подошел в раздевалку, они уже все собрались, я так поблагодарил, типа, сказал, что там, ну, респект, что принял бой там на коротком уведомлении. Он такой, ну, потухший вообще никакой там. Ну да, потому что они были уверены в его победе, вот товарищ мой. Он даже не столько в штабе его, они друзья, они из Одессы вместе. И он такой прям там со мной спорил, короче, у нас спор до сих пор, кстати, не закрытый. И как бы они были очень уверены в его победе. Да-да-да, не-не, и вообще много людей очень поддерживало этого моего оппонента, там я читал даже комментарии, там, ну, прям очень много за него забило. Ну, для меня вот после боя остался только один вопрос, он Виктор или Виталий? Я, честно, до сих пор не знаю. Вот его то объявляли так. Да. Когда я спросил друга своего, я говорю, он Виктор или Виталий? Он говорит, пусть это останется секретом. Причем, да, я думаю, что он Олег. Причем на плакате одно, у него в Инстаграме другое, там еще где-то третье. Объявляют вообще просто. Я тоже не понимаю. Такой секрет остался, короче. Да. Да. Ну, у меня лично осталось такое чувство после боя, как если помнишь, когда Емеля дрался с россиянином, с Федяйновым. Это когда у Зутаса на турнире было? Да, когда большая подготовка, все ждут, вот я там в углу стою, думаю, вот сейчас будет, и просто раз, и так быстро все закончилось, и такое послевкусие, такое, типа, блин, добавочки хотелось бы, может, кто-то еще выскочил. Ну да, типа, серии 4 месяца ты готовишься к бою, ты прям ждешь этим вот моментом, и ты выходишь, это все так быстро заканчивается, с одной стороны, как бы... Хорошо, что нет травм, нет ущерба. Хорошо, что так, все, большие там серьезные бои надо закатывать уже будет там в хороших организациях, больших, типа, и себя лучше сохранить до того момента, когда там в том же UFC будешь биться, и вот чтобы там уже реально там такие кость-кость бои. Так что пока что вот... Лучше тело не насиловать. Да-да, пока что этот путь до каких-то мировых промоушенов лучше вот максимально без потерь. А насколько сейчас высокий уровень в Украине ММА? Потому что я честно смотрел бои, почему-то все забывают про Артура Озулинча, да? Ну, там понятно, к тебе больше внимания было, но про него вообще мало говорят. Да, у него оппонент был, ну, я и до этого его бои смотрел, на прошлом турнире, где ты бился, он тоже выступал, такой афганец, который, мне кажется, он выходит уже уставшим. Так был прикол, то, что когда мы в марте бились, вот на моем первом турнире, когда вот в Украине бился, этот афганец был со мной в раздевалке, у них там, как всегда, там вот у них там... Он в раздевал, он один боец, а там жена, сестра, собака, дети, чья-то. Все, там какой-то тавр вообще кричит, там все не танцуют, пляшут. А он, короче, сидит вот так вот в капюшоне, руки так сложил, и что-то такое смотрит там в пол что-то. Без тейпов, без ничего. И подходит волонтер в раздевалку, говорит, то, что у тебя бой там через следующий. Да. Он такой, дай перчатки где? Я такие, ну, принеси перчатки, дали. И он без разминки просто пошел биться. Просто так вот так лежал вот. Одел перчатки, так вот встал, пошел. Ну, я периодически пересекался с афганскими бойцами, они реально такие, знаешь, как будто разбуди его, он пойдет драться. Да, он там ему не сильно результат интересен, но Арчи молодец, он прям, ему вот как раз нужен был такой бой. Но... Такой трудовой бой, он, во-первых, не бился тоже 2 года, он крайне разбился, это когда ЛНК был в Юрмале турнир, где я еще за поезд бился с этим испанцем. Вот он тогда крайне разбился, это уже 2 года, поэтому... Первый бой на выезде, грубо говоря, таком, ну, хороший бой провел. Ну, и он потенциально хороший боец, конечно. Арчи, да, он, ну, с большим опытом уже. Да, он такой универсальный, он в стойке может порубиться, и в борьбе он уже неплохо себя чувствует, поэтому ему только в 7-7 надо драться, а не 84. Да, ну, а в целом, как уровень вообще? Потому что мне он кажется достаточно, ну, такой нормальный, ну, типа, для латвийских бойцов, если наши попы туда приедут, они там нормально себя проявят. Неплохой уровень, да, у них хорошие любители очень, вот у них прямо вот такие-то любительские чемпионаты там мировые, Украина стабильно в тройке входит. А профессионалы, ну, как и везде, есть хорошие, есть менее хорошие. Но вот сейчас вот буквально на этой неделе, которая была, уже вот 5-й чемпион с этой организации, да, куда было все подписали в UFC. Игорь Потеря. Он вот когда вот мы бились с ним в марте на том турнире, он завоевал пояс, потом в мае он провел просто рейтинговый бой. Поехал на этот Dana White Contenders и вот стал чемпионом. Потому что я его помню, что Емеля, когда бился с молдаванином, перед Емелей с этим молдаванином бился Потеря. Да. Он по очкам его выиграл. Да. И потом мы планировали бой с Емелием сделать. Но как-то все там загнулось. Ну, легче, мне кажется, Емеля. Он в 93, да. Да. Вот.
Что дальнейшие планы? Ты остаешься в этой организации или ты ждешь уже каких-то шагов больше Пока в сторону что мы Америки? хотим сейчас сделать пару защит, одну-две, потому что у нас есть контракт, он пока что на устно договоренный, но как бы у нас по контракту было вот после первого боя, вот мы в марте отбились, нам сказали контракт, мы сказали вот на 3 боя, вот первый мы уже привели, грубо говоря, взяли титул, и остается еще 2 боя. Хотим провести защиты две с какими-нибудь неплохими соперниками, там вот может быть даже кого-то ветерана из UFC пригласить, такого, который уже, ну... А кто может быть это? Честно, я хотел Лобова. Я хотел Лобов? Лобова, ну Пашка и все и тренера говорят, типа, что да не, куда, он уже типа завершил карьеру, а я хочу Лобова, почему-то я не Не, знаю. Лобов это Это он круто, все да? еще Он опасен. опасен, и он бился в Украине вот с Белинчиком, Да. его там знают, и он хорошо знает организаторов турнира, как бы, и я хотел бы с Лобовым Ну, я подраться, думаю, да. что там финансовый момент большой, Финансы, да, он скорее да, всего, дорого. он завершил карьеру, и если, чтобы вернуться, он запросит денег неплохих, типа. Ну, запросит раз, во-вторых, Да. вероятность то, что в его углу будет Конор. Да, конечно, это будет, ну, 100%. И еще вот мы встречались, ужинали с организаторами турнира, с президентом. Он сказал, что есть какой-то француз, чернокожий парень, он там UFC тоже бился, у него там UFC такой, там, из серии, там, 2 победы, 2 поражения, так, ну, Да, невнятно, но бился. но бился, да, и вот он сейчас как бы дерется там во Франции у себя, и там тоже, вот, посмотрели, может быть, его. Ну, посмотрим, пока что еще ничего не планируем, но вот хотелось бы турнир провести, вот, бой перед Новым годом, где-то в декабре. Да. Провести бой, Ну, а да. Хачатуров? Не Ой, рассматриваете нет, его вообще больше? во-первых, его уже не возьмут, уже Там 100%. совсем такой Там, большой ну конфликт да, был. но вряд ли, как бы, там организаторы такие, они принципиальные, типа, и как бы за... И там, знаешь, они все украинцы такие, все, ну, за базар все отвечают, и типа там, раз что сказали, уже все, уже обратно уже не позовут. Хотя, знаю, это спорт, бизнес, там, Да. мало Будет ли, выгодно, будет выгодно, позовут. позовут, да, но Хачатуров нам уже не интересен, да, как-то... Да прошло и пошло, типа, и объективно, что с ним не будет уже такого громкого боя, ну, такое, не знаю, посмотрим. Хачатуров точно нет. Да. Может быть, этот вот Жураклинский, кто должен был, левша быть, да, Да. но он медийный такой очень, вообще никакой, он как бы не ведет ни Инстаграм, ничего, и там у него, ну, с таким сложно раскачать бой. Если, допустим, этот стоял, он такой, ну, как бы его много людей знают, и он Да. такой, там, Но он и выглядит и он прикольно. выглядит, да, И твой прикол этот по про поводу, что Клей это Клей Гвида, Гуида. Вот, ребят, вы серьезно? Писали в личку люди, о, там ничего себе, Да, да самый так. прикол то, что как мы с Пашкой, Пашка это придумал, мы выстояли, и я так как думал, то, что ну хотя бы люди, кто вот в спорте, они хотя бы, ну, прикольятся. Прикольно. В финале поверили абсолютно все почти. Мне пишут люди, реально, кто вот Которые, ну, реально в профессиональные боях, бойцы, ну, да. которые, ну, ё-моё, ну, на плакате же фамилия совсем другая, ну как настолько вот, ну ладно, я уже потом говорил многим то, что да, Клей Гвида уже, да. Кстати, я уверен, что он сейчас прошел бой, я выиграл, и еще кто-то думает, что выиграл Клей Да, Гвида. да. Да. И что это первый шаг в UFC. Да мы уже в UFC, да, получается. Ну, слушай, Артем Лобов, ты сейчас сказал, я даже не думал о таком Да, Артем варианте. Лобов, да, Это, и... во-первых, очень реально сделать. Реально, реально. Это очень Во-вторых, реально. он все еще, ну, типа, Он опасен, опасен. но он далеко не топ. То есть я знаю, Далеко что не топ. Тебе с ним будет да, с удобно. хорошей подготовкой я не вижу, ну, вообще никаких таких, какого-то космоса. О подготовке. Ты ездил в Стокгольм, Да. и это были твои, наверное, первые, да, такие Первые такие сборы, большие, прям, да, сборы, что да. как оцениваешь разницу? Колоссально, на самом деле. Я приехал, когда... Хоть я туда поехал уже в хорошей форме, будучи уже... Я, ну, до этого уже месяца два готовился к бою. И, ну, специально все так, чтобы набрать хорошую форму, чтобы туда приехать, ну, там, не сдыхать там на первых раундах, чтобы нормально себя показать. Но я скажу то, что первую неделю я так немножко как-то потух морально. Ну, нелегко было, да. Тяжело, Тяжело, тяжело. тяжело. Ну, просто в том разнице, то, что у нас, образно говоря, когда спарринги, у нас там приходит 5 человек, из них из 5 там, ну, двое нормальные, там, трое, ну, как бы не тянут. Вот, я там, Даник, еще пару ребят еще можем как-то постоять, а остальные все, ну, не тянут. А там ты приходишь на спарринги, там 20-25 человек, и все профики, И ты в роли тех, кто не тянет. Да, Тебя типа, бьют. ну, образно говоря, ну, каждый, нет такого, с кем ты можешь вот выйти, там, отдохнуть. Знаешь, как бы, спарринг провел там сильным, Да. немножко подустал, пошел там на кем-то там расслабился. Нет, такая же спарринг реально кость в кость, и там пацаны такие, там, у чеченцы, дагестанцы, они вот за каждый балл Голодный. убивать готовы, типа, что вот это прям принципиально в спарринге. И даже главный тренер говорил то, что в спарринге ты должен выигрывать. Должен настраиваться так на спарринг, что вот как будто это бой, и должен каждый раунд забрать. Вот мы сегодня спаррингуем 6 по 5,
каждая пятиминутка это вот как твой раунд в бою, ты должен его забирать, типа. И все, и там такие все выходят уже, как бы, блин, ты такой, знаешь. И да, первая неделя была очень сложно. Я что-то тоже приехал, первые сборы под впечатлением, глаза горят, пытался всем... О, это же те, кто в телевизоре. Да, 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 пытался всем все доказать, там 4-3 тренировки в день, там на всех укладывался. Ну, пока еще не чувствовал. Через неделю понял, что все, я уже никакой, ну, в плане я все отдал за одну неделю. И потом потихоньку забавлял. Но на самом деле нагрузка там очень колоссальная, объем работы. У нас было минимум 3, максимум 4 тренировки в день. Каждый день, типа, только в воскресенье выходной. И мне это сразу сказал, что не подходит, в плане я так не восстанавливаюсь. Ну, кто-то, вот, допустим, Хамзат, он может делать 5 тренировок, и он, ну вот, он, может, генетика такая. Ну, он уже в режиме. Он такой, да. Я за полтора месяца сборов 2 раза серьезно болел там. Причем болел так, что я не мог с кровати встать. Вот я просыпался, все, мне полная жопа была, да. И все, я вот сейчас туда поеду в следующий раз, я уже буду дико умнее. Я уже знаю, на что мне ходить, на что не ходить, и там еще, знаешь, как бы тренер дал программу. Хотел себя показать, типа, что там, не сачок, ничего такого. Мне еще как сказали, то, что тренируйся полностью бесплатно, все, лапы, у тебя все бесплатно, но ты должен тренироваться. Ну и все, я как бы там, уже там 3 тренинги провел, уже кажется, 4-й уже, мертвый, лучше пойти уже поспать, завтра нормально выложиться. Да. Ну я иду на эти лапы, там, к тайскому тренеру, там, 50 раундов. Который бьет тебя больше, чем тебя еще больше 50 раундов, да, и ты уже все, ты приходишь домой, ты ничего не можешь. Ну круто, круто. В первую очередь, моральная закалка какая-то, там, спаррингуешь, дерешься с такими ребятами, кого-то там через телевизор наблюдаешь. И понятно, что за полтора месяца ты кардинально что-то нового не обречешь. А вот именно ментально. Себя вот проверил, когда я спаррингую, образно говоря, с 2 пацанами. И кажется, все нормально, и ты не понимаешь, типа, ты растешь или нет. Кажется, так все красиво получается. А вот там, конечно, понимаешь, что много что из твоей техники не проходит вообще. И все вот разные спарринг-партнеры, там кто-то борец, кто-то чисто ударник, кто-то там это. Высокий, низкий, да, физический. И самое, что мне понравилось, что у них такие спарринги, у них вот все ребята, они вот именно умеют миксовать ударку и борьбу. Если у нас, образно говоря, есть хорошие ударники, хорошие борцы, а вот те, кто в спарринге это все совмещает, кто вот там может пробить, против ноги, их мало. Получается, мы собираемся вот у нас на спарринге, у нас спарринги по ММА, это мы вот в стойке с дальником рубимся, грубо говоря. Это вот весь ММА спарринг там. За 5 раундов, может быть, там пару проходов будет, и то такие невнятные. А там ты понимаешь, что там, ты слышишь, ты постоянно на фокусе, постоянно. Тебя дагестанский поезд уже летит. Да. И очень круто. И еще один момент, что отметил, чего у нас вообще нету. У них очень большой акцент они ставят на борьбу около сетки. У них прям очень много. У них вот, это вот борьба около стенки, там, тоже 1 000 000 раундов, там, тренировки, там, и вот раз за 3 неделю стабильно мы вот именно боремся около сетки. Подходим вдвоем к стенке, один забирает позицию, вот один должен и повалить, все, а другой должен выйти, такое. И так просто там... Ну, у нас вообще залов мало, где клетка есть. Да, мы на пальцах можно перечислить, да. Но вообще, вот для борьбы именно вот в зале около стенки лучше не клетка, потому что она все-таки раздирает, а лучше вот когда вот стенка покрыта татами, матом. Вот это круто, типа, да, можно там и... пожестче поработать, потому что в сетке ты быстрее спину себя разберешься, если ты будешь так бороться. Я помню, когда у нас старый Риги зал был, была такая жесткая сетка, и пацаны реально тренировались. Я говорю, одевайте байки. Да. Потому что, ты помнишь, после тренинга всех спины разодранные. Там больше как забор какой-то такой. Да, а здесь мы уже делали такую помягче, Там чисто как об забор, реально как об наждачку. Да. Вот так круто, конечно, там мы... Я очень прикололся вот такого с командного духа, потому что у нас вот такого уже нету, потому что у меня там тренер там один по одной, как бы, в одной сфере, один в другой, как бы, нет такого, что прям вот команда. А там такой чувствуется командный дух, там, образно говоря, у нас в субботу по утрам была тренировка, физуха бешеная просто, там, круговая, там, спринты на дорожке в гору. И там уже все бежите, все умираете, реально там играет на весь зал этот рок-музыка жесткая. И главный там кричит, там на вас всех кричит, и такой прям такой олдскульный такой экшен, да, дико прикололся. Вот планирую туда сейчас поехать во второй половине октября. До зимы, до декабря, и вот как-то так. Ну, там будешь, да? Да, я уже с тренерами на связи, они меня ждут, там пишут, все, мы уже скучаем, типа. Я там тоже там веселье разводил, там шуточки шутил, там, они говорят, что приезжаем, мы тебя ждем. Такое. Ну, слушай, Хамзат Чимаев, да, для меня это боец, я понимаю, что он сильный боец, да, но пока что он сказал больше, чем сделал. Как он вообще? Он реально? Он реально. Я не видел такого вообще спортсмена в жизни. Он в серии спаррингует там с тем же Густавсоном, но он конкретно его, типа, мучает нелегко. Но вот он...
Когда было еще так забавно, то, что когда спарринги приходили, у нас было так, что был день, когда вот приходило очень много тяжеловесов, там Густавсон, да. там еще, и тогда Хамзат только вот с тяжиками, он даже не берет легковесов. Угу. А бывает, что только приходишь на спарринг утром и видишь только Хамзат, я, остальные все по 60 килограмм. Ты понимаешь, с кем ты сегодня будешь стоять, да? И ты думаешь, ну окей, типа, такое. Не, Хамзат дико крутой, и потенциал стать чемпионом огромный. Я считаю, по моему мнению, только три человека в 77 килограмм могут дать ему проблемы. Это Усман, Колби Ковингтон и Гилберт Бёрнс. Вот это топ-3. Остальные там не Эдвардсы, не Диезы, ну вообще даже... Нет, ну Диезы. Да-да-да. Ну типа, у него борьба на... Причем он дышит тоже, ну реально дышит. Там он с прыгуем 6 раундов по 5 минут. И он все эти 6 раундов, он там вот стоит там с Густавсоном, он там его бросает по 10 раз за раунд, это все поднимает. Блять, он выходит на 6 раунд, он вообще свежий, типа. Реально, нереальной выносливости. У них вообще очень большой акцент в Стокгольме. Вот они на выносливость. Они очень много работают на выносливость. Мало всего тяжелых весов, вот физухи с железом, такого поменьше. Очень много спринтов на дорожке, очень много бега. У нас было так, что у нас по утрам были тренировки трехчасовые, даже 3,5 часов. Образно говоря, с 9 до 10 утра там работа по мешкам, либо в стойке ударка. Потом 1,5 часа, там 2 до 12, 10. Сразу, причем мы первую тренировку занимались, 10 минут отдышались, там кто что, там банан скушал, все, вторая тренировка, 2 часа, борьба, либо спарринги, там неважно что. Отборолись, отспарринговали, 10 минут перекур, 10 километров бег сразу, кросс. И ты прибегаешь, ты уже все, ты уже ничего не хочешь. Mm-hmm. Это только утро. Еще вечером там, вечером, конечно, полегче тренировки, но в любом случае такое. Ну, жестко, ну, да. Теория о том, ну, вот я тоже много там с тренерами говорю, что тренироваться нагрузки лучше утром делать, а не вечером. Да, 100%. Но лично мне так легче. Да. Потому что к вечеру, даже вот если я буду проснуться и буду весь день лежать дома на кровати и ничего не делать, ты уже устал. Ты все равно устаешь от чего-то. Да, тебе как-то утомляется, ты уже к вечеру такой, ничего тебе не хочется. Утром, пока проснулся, позавтракал, взбодрился, выложился. И день потом только как-то попоярше становится сразу. И не знаю, мне легче утром тренироваться. Вечером не люблю. Такое. Ну, чисто физиологически, мне кажется, что. Ну, и либо вечером. Либо вечером такое, чтобы уже вот в 6 закончить. Не так, что вот там только в 7 начало, и там 9 ты дома, там, и потом ты еще не спишь полночи. Такое, вечер, чтобы в 6 уже в 7, максимум в 7, ты уже был свободен. Чтобы там что-то уже остыть, покушать, уже поужинать и потом отдыхать. Но вот только когда вот уже месяц с тобой остается, когда спарринги, мы всегда стараемся делать вечером, потому что ты вечером дерешься, получается, чтобы организм привыкал, что как бы к вечеру ты уже такой, ну, весь... Заряженный. В тонусе, да. Ну, а в Америку не планируешь? Планирую. Тоже есть куда, в принципе, и приглашают, там, знакомые тоже. Вот я познакомился в Стокгольме с пацаном одним, он в Вегасе живет, тренируется в Extreme Couture, там, в зале крутом. Да. И там, говорит, тоже, все, в любой момент хочешь, приезжай, у тебя будет и жилье, и это, но... Америку пока сложно в том плане, что сейчас такое время, тяжело там. Бумаги, Америка тесты. Это далеко. Это далеко. Оттуда так не прыгнешь паром. Тут в Стокгольм ты сел на самолет 50 минут. Как на автобусе долга в шмелю, если тебе просто говорить. Да. И что случилось, ты сел сегодня же вечером дома. В Америку это через полмира лететь. Ты сегодня купишь билет, там только дома через 4 дня будешь, образно говоря. Пересадки. Мексиканцы не ограбят. Да, да, пересадки. Поэтому Америку очень хочу. Пока хочу закрепиться в Стокгольме, еще пару боев провести, вот готовюсь у них, а там будет видно уже. Ну а в планах есть в Латвии биться? Надеюсь, пока что нет. Ну, не знаю. Сейчас ну, уже... я к тому, что твой контракт с украинской этой лигой, да, WWFC, она так же называется, да? WWFC, оно не запрещает тебе участвовать в других организациях? Запрещает. Он запрещает, но... В случае, если нам приходит предложение от ведущих промоушенов, это UFC, Bellator, ONE FC, они отпускают. Типа вообще без проблем, да. Но нет, планов, конечно, нет, потому что уже, в принципе, я уже есть четкие планы. Если, дай бог, все будет хорошо, все звезды сойдутся там без травм, то в конце там, 22-го года, образно говоря, там, или в начале там, 23-го, уже вполне вероятно, можно куда-то загреметь нормальный промоушен. В принципе, отделяет два хороших боя. Вот две защиты. Вот. Защитить титул два раза, и можно уже прям настраиваться на что-то очень большое, дай бог. Как минимум, да, на White Contenders, это туда, чтобы попасть, там и там очень хороший вариант зацепиться. Поэтому пока что в Латвию не хочется. Ну а ONE FC?
Потому что прошлый чемпион этого веса, да, Горобец, да, Кирилл ушел, Горобец, да, да, да. Ушел, вот это очень хороший боец. Вот ну вот ним, я очень хотел с ним вот бой. Вот с ним был бы прям пятираундовый бой, да, потому да. что я, он такой, я с ним было бы нелегко. Он и борется, и бьет, и дышит, и вот с ним было прям очень. Мне очень нравится его работа ног, она вообще с да, какой-то. Да, да. Он может с 5 сантиметров вообще, пробить ногой. Вообще, да, 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 да. Типа, очень, ну, крутой, он, очень крутой, очень крутой парень. Я ждал вот этого боя, я очень ждал. Кстати, поздравил меня с победой тоже. Да. Да, да, я тоже этот бой ждал, я хотел его, но есть как есть. Может быть, это и к лучшему, кто знает пока ну, что. Ну да, да, может, так, и не нужен. Так, так что, One FC, конечно, хотел бы тоже One FC, Bellator, но нужно понимать, что One FC, если вот ты придет, там сразу будет контракт на боев на 3-5. То есть туда подпишешься, и про UFC еще долго можно не думать, потому что там надолго туда засесть можно. Bellator можно, в принципе. Но посмотрим. Конечно, цель UFC, и в идеале сразу прямиком в UFC после отсюда, либо же через Dana White как-то контендерс. Да. Ну, будет видно. Но, в принципе, вот, говорю, если вот все сойдется как надо, то вот где-то вот уже вдалеке уже... Хорошо, что есть план, и ты понимаешь, да. как туда попасть. Пошагово. Одно дело, когда ты вот где-то дерешься, выступаешь, и ты знаешь, ты не понимаешь, как в UFC. Ну, попасть. Одно дело, когда тебе 17 лет, и такой, я хочу в UFC да. драться. Да. Но как это сделать, ну, типа, как непонятно. Как это сделать, да. и... А когда есть, говорю, когда есть команда большая, там, реально, отдельный респект моей команде, это вот менеджеру Паше Сахаревскому, тренерам моим, партнерам моим, вот Lucky 13, который тоже Ивар... Ивару вообще большой Ивару большой респект, респект да, потому что дико много поддерживает, как во время подготовки к бою, как после, и очень много вопросов закрывает, как с финансовой стороны, и вообще помогает, и без него тоже... Ну да, и не только тебе, но я так... Да, смотрю, и команде, да, и, конечно, много было бы без него, ну, несуществимо. И по поводу плана, хорошо, когда тут как бы есть четкий план, есть какая-то уже отработанная методика, что у чемпиона от организации уже переходит в UFC. Мы встречались с президентом, ужинали, он, в принципе, нас заинтересован нас вести, как бы с нами работать, поэтому дай бог, что все будет хорошо. И... Дорога понятная. Дорога, по крайней мере, ясна, да. Сейчас главное не расслабляться, тренироваться, побеждать и... Мы будем надеяться, что через пару лет мы тебя увидим в UFC. Да. Это было бы круто. Это было бы круто, да. Потому что еще один наш претендент, который собирается в UFC... свернул на путь кулачки. Да, но все возвращается, он уже возвращается, и слава богу. Как бы такая авантюра интересная была. Это именно авантюра, да. это очень жестко. Попробовать себя в гол в кулаках. Я считаю, что ему на самом деле это подходит, у него это получается, но перспектива какая. Ну, как я тебе уже говорил, мне аж страшно становилось в какой-то момент, что вот он прям до конца идет, и как бы, ну... Такой уровень по-хорошему отмороженности, такой у него вообще его нету. Не, ну парень, просто... Даник парень духовит, и как бы, мне кажется, было бы там 5-6 раундов 10, он бы и дальше бился. Он шел бы до конца, да, это круто. Но сейчас все, да, сейчас, как я понял, он возвращается в ММА, и круто. Ну, конечно, могу хоть с ним тут работать по ММА, а то как бы мы с ним... А то он перестал перчатки брать на тренировки. Да, да, не, а то мы с ним как бы в одной команде всегда вместе тренировались, отработки какие-то вместе делали, а тут он как бы в бокс ушел, и как бы мы с ним уже, и как-то грустно без него уже, да, уже разные тренировки. Возвращайся, да. Возвращайся, Даник. Поэтому, да, Даник, как я понял, возвращается. Да. Ну, а как думаешь, в той же организации, в его весе в 66 варианты? Я думаю... Нет, там есть пара хороших ребят, молдаванин есть хороший очень, там 66, такой прям крепкий-крепкий. Украинец. Есть пара хороших ребят, с кем было бы прям нелегко, но потенциально Даник смог бы стать чемпионом вообще без проблем, думаю. Mm-hmm. И, ну, не знаю, у Даника там у него какая-то своя движуха, он, у него там свой менеджер, поэтому посмотрим. Mm-hmm. Может быть, где-то попробуйте в другом месте, там, Брейв тот же самый. Mm-hmm. Я знаю, что ему много предложений. Ну, предложений много, это понятно. Эти предложения прилетают постоянно, просто... Надо понимать, как выгодно. Ну, типа, есть момент финансовый, а есть можно там чуть-чуть поменьше подраться, но сделать шаг вперед. Конечно. Для этого нужна команда, финансы, чтобы ты не рассчитывал только на гонорар. Ну, и бои должны быть тоже сейчас такие, ну, плюс-минус удобные под себя. Если сейчас скажут, там, на дагестанце там 20-0, вот Рой Рекер там 2-0, образно говоря. Ну, зачем с тобой с таким нужен, типа, ну, с ним, во-первых, он что в медийном плане... Не, ну будем прямо говорить. Вот такой дагестанец с рекордом там 1-0, у которого 300 любительских боев за плечами, он может просто травмировать жестко. Конечно, да. Да, то есть они, ну, закончить карьеру можете. А вообще, путь в UFC, как бы, грубо говоря, для нас,
прибалтийцев, только через как бы, два сектора. Это через российские промоушены и через Европу. Но лучше через Европу, я считаю. Потому что, во-первых, с российскими, там в том же, вот, если Лига SA говорить, у них санкции с UFC. То есть там оттуда не подписывают. Поэтому тот же вот, этот Юсуф Раисов с SA, он пошел в Fight Night сейчас драться, чтобы как-то покрыть эти вот крайние бои в SA. И в России это, конечно, все надолго. Там тоже опять эти большие контракты, там бешеная конкуренция. Там можно встрять реально где-нибудь в Fight Night какой-нибудь. Где-то в топ-45. Да. А Европа, конечно, она в плане конкуренции немножко попроще. Хотя уже так очень ну, все. Ну, скажем, в Польше я бы не сказал. В Польше тоже. Там... Вот для меня три организации в Европе есть такие сильные прям. Это Cage Warriors английский. Угу. Это Brave, вот он на первом месте из всех, и КСВ польский. Да. КСВ польский, да. Это такие прям, которые... Там сейчас в Польше очень много каких-то промоушенов, я удивляюсь, откуда у них столько денег. У них что ни предложение, то прям вот да, хорошее. И у них вообще очень сильно развито ММА и джиу-джитсу бразильское. У них, если посмотреть, в одной Польше черных поясов по БЖЖ больше, чем во всех странах Европы вместе взятых. У них прям дико развитый грэплинг, у них вот если посмотреть, у них все грэплеры хорошие, все причем. У них бешеная конкуренция внутри своей страны. Они там все между собой дерутся, их никто не знает за пределами Польши, но у себя они там дикие, реальные звезды типа. Ну я много был в Польше на турнирах и по ММА, и на женских турнирах. Там конкуренция, там уровень боев. Бешеный. Я уже не говорю про уровень организации, я офигел, что там... Во-первых, хорошие гонорары, это понятно. Они стадион собирают. Да. Они у них главный спонсор это там Samsung, это Mercedes-Benz, то есть такие спонсоры, которые ну прям... В Польше нет, очень круто. У них там, я вот тоже КСВ, у них арены там, стадионы собирают. UFC такое не собирают, как вот именно вот наш в Польше там КСВ тоже самое. Но они любят бои. Это как в Литве, окей. Сравните вот у нас, как проводят турнир, у нас никого нету, а у них полная арена. Вот тоже вчера был турнир, и я посмотрел по фоткам, там вообще забита арена. У них как-то вот не знаю, с чем это связано, у них вот люди ходят почему-то, поддерживают. Ну, у нас как-то люди тоже любят бои, да, я бы не сказал, что не любят. Но через Facebook. Типа да, немножко как будто лениво к этому относятся, ну атмосфера этой не хотят. У нас бывают такие файт-карты хорошие, там тоже ЛНК проводят, а народу ну так бывает грустно, и непонятно, с чем это связано. А в Литве тоже там простой турнир. Там а вроде и недорого. Ну, да билеты недорогие. Это, сука, 10-15 евро. Да. Прийти там, поддержать там своих каких-то там кумиров, не знаю, бойцов за кого-то. Просто топить. Да, просто это мероприятие крутое. Пойти там с пацанами, там, посмотреть бои, отдохнуть и приколоться. Да, у нас как-то все погрустнее. А у них в Литве, у них что, не турнир. Причем, неважно, какой файткар. Там есть звезды, нет звезд. У них смотришь, всегда арена полная. Ну, у них и бойцов побольше. У нас здесь, да, если них, так взять... Да у них, наверное, и с деньгами получше, я думаю. Ну, не знаю. Там предложения такие, не особо богатые поступают. Но когда смотришь, у них прям много есть хорошего, высокого уровня бойцов. У нас не так уж и много. Немного. Может, 5, 7, 10 потолок. У них развит, у них джиу-джитсу, да и удар у них тоже развит, К1. Не, у них определенно больше соотношение вообще процент профессиональных спортсменов намного больше. Ну, а эстонцы еще эстонцы за нами идут. Да, у них прям так совсем грустно. Да. И тоже непонятно, с чем связано. Почему, образно говоря, три одинаковые страны, ну, это же плюс-минус. Даже по территории, если по масштабу, брать, по населению. Но вот в одной прям раскачано все это, а вот в Эстонии, да, совсем там пару. При том, что Эстония самая богатая. Может, от этого и есть. Знаешь, богатые люди не сильно по лицу хотят получать. Может быть. Успешные. Ну, типа. Может быть. Слушай, ну, мы начали про кулачку говорить. Как вообще относишься к лошади? Не хотел бы побиться там? Нет мыслей? Так, чисто для себя хотел бы побиться, потому что такая, да, пацанская тема, считаю, там, себя узнать получше, там, пробиться, да. Но пока что это полностью противоречит вообще моему там плану, там, профессиональном спорте, поэтому, если бы, наверное, не было боев, не было предложений по ММА, я бы выскочил. На том же Махаче в Украине у меня, как бы, нет проблем туда попасть. Подрался бы. Но пока что нет. Пока вот есть у меня ММА, бои, все, четкий план. Пока что вообще ну, а кто нравится в кулачке? Ну, кроме Даника. Да, мне очень нравится прям вот три чувака с топ-блога, прям реально очень крутые ребята. Это Чибис,
Чибис это прям... Он и как... Ну, он вообще прикольный чувак. Он же на меня подписан, я только узнал, там всего это случайно, да. Чибис, Влад Туйнов, 77 килограмм. Это просто монстр. Это, наверное, последний чувак, с ним хотелось бы биться вообще на голых кулаках, да. Очень крутой. И Денис Погодин. Погодин, крутой, да. Вот это вот прям три... Ну, Погодин — это техника, это джеб, это просто... Вообще нереальный чувак. Мы вот смотрели тоже вот турнир в Киеве были, вот когда вот Даник бился, Погодин, ну просто... Ну, чувака такая старая школа бокса. Да, он да, да. Стоит так, типа... И он такой слабущий, такой интересный, такой. Да, да, да. На бойца не похож вообще. Да, да, да. Тут такой, прям реально, боец-боец. Погодин такой, больше на кого-то профессора похож, доктор наук. Но очень крутые. Вот эта вот тройка, эти крутые ребята. Вообще вот трэш-ток вот этот вот идет, да, он очень популярен. Вот в поп-ММА, в кулачке он вообще типа вау, популярный. Насколько тебе это близко? Нет, я поддерживаю трэш-токи, люблю, когда бои чем-то как-то подкрепляют какими-то там словесными моментами, но главное, чтобы все было без грязи и без вот такого перехода на личности. Вот можешь сделать красиво, как тоже Мага Исма делает с Минеевым. О, они вот друг друга как-то так не затрагивают, но у них это дико интересно. Вообще... Ну, потому что надо иметь талант для этого. Просто да, выйти как да, поп ММА там, уже просто с трибун какой-то чувак выходит такой, ты говно, ты ублюдок, а ты гей. Ну вот это и все. Да, но вот эти вот Чершин Байтов, пришельский дагестанец, вот их, ну вообще... Это грязь. Ну, это грязь, я вообще не понимаю, откуда такой хайп вокруг них, вообще дико не нравится. Угу. А вот в плане вот Минеев Мага, это прям, этот бой очень жду. Кстати, он уже скоро, через 2 недели, по-моему, 16 октября. Быстрое время. Да, 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 вот это прям, ну... Еще недавно казалось, что это что-то нереальное. Вот они показывают, что реально с нашим менталитетом можно красиво вот раскачивать, красиво говорить, так, чтобы это было интересно, как-то где-то цепляло, но не было в то же время переходов на личности, потому что у нас, если там в Америке могут там за маму сказать, там, за папу, и это как бы нормально, они это забывают, то у нас, конечно, с нашим менталитетом, ну, за такое потом просто к тебе подъедут и уже вне камер, уже вне камер поговорят. Поэтому я только за то, чтобы бойцы разговаривали, чтобы они как-то себя красиво преподносили, чтобы их запоминали, потому что в наше время быть просто хорошим бойцом, этого уже, к сожалению, ну, мало, на этом уже мало кто чисто вывозит. Ты должен быть либо прям феноменальным бойцом, прям вот и бить всех. Вот, допустим, какой-нибудь Туйнов, он может даже не говорить. Вот его бои говорят за него, типа. А если вот, а есть бойцы, которые вот, они в техническом плане где-то уступают, но они это вот подкрепляют именно вот своим харизмой, своим, вот то, что они говорят. И тоже у них... Ну, а фрик-бои? Нет, нет, это вообще для меня. Вот такие те монголы, эти руки-базуки, это для меня вообще, я даже это не смотрю. Не, ну а скажем, такой бой, как Емельяненко, Тарасов. Нет, тоже не смотрю. Вот это же шляпа реально. Причем для меня вот, ну... Я вот могу там-то, мне там Емельяненко, он нравится, он интересный персонаж, типа, он хоть и дуралей, но за ним интересно наблюдать. Там тоже Тарасов. Но он тоже разговаривать умеет, интересно. Он умеет разговаривать, тоже Тарасов, но они как бы все интересные личности. Но вот именно сам бой, вот тоже Джиган должен был драться с кем-то, но для меня это уже какой-то перебор. Когда Джиган выходит драться, получает где-то 50 миллионов рублей. Да. А ты такой после сборов такой. А ты после сборов там считаешь кошельки деньги, думаешь, блин, е-мое. Домой доеду да, или нет? Да, поэтому такое. Не то чтобы мне там, я там в чужой кошелек лежу, я только рад, когда бойцы... Не, просто это несопоставимое, согласен, бойцам просто, ну... Да. С одной стороны, я понимаю, откуда это все берется, потому что тот же Джиган, ну, он бы продал бы билеты, он бы продал бы там... Да. Большая аудитория, которая не из спорта там пришла бы на это, знаешь, и поэтому... С одной стороны, это где-то может быть обидно, с другой стороны, ну тогда работайте над собой, медику развивайте, поэтому... Ну, потому что сейчас бойцы, если какое-то время назад бойцы, это были там 20 лет назад, это это бойцы, ну их нахрен. Сейчас бойцы это тоже селебрити. Да, их тоже приглашают на какие-то мероприятия. Поэтому считаю, что с одной стороны, может быть и хорошо, что вот пришли эти всякие вот фрики, эти блогеры, и они вот показали, как надо, вот что надо делать, дорогу-то показали. Теперь бойцы будут понимать, что нужно как-то развиваться не только в физическом плане, но и вот в медийном. Поэтому... Не знаю. Я думаю, что плюс определенно в этом есть. Ну, а сам ведешь свои соцсети или у тебя есть СММщик? Не-не-не, пока что я веду все сам. Меня там Пашка предлагал уже нанять человека, который будет этим заниматься. Но пока что как-то я сам справляюсь, да. Но скоро, когда уже будет там прям большая-большая аудитория, там, когда, тогда уже, да, понятно, что лучше кого-то человек, кто вот именно будет за себя все это писать, посты, думать. Потому что бывает такое, что мне приходит какая-то классная фотография, я хочу ее выставить, я сижу прям час думаю, как ее подписать. А потом думаю, блядь, куда час потратил, типа, зачем я это думал, типа, да. И, конечно, такие моменты отвлекают. Так что, нет, я пока веду все сам, но...
перспективе, есть. Когда уже прям подскочит медийка. Ну, а сколько у тебя сейчас подписчиков в Инстаграм? 5500. 5500 это уже нормально. 500. Ну да, нормально. Ну, ты сейчас объявил конкурс. А, так что заходите, подписывайтесь. До 10 тысяч надо поднять. Да. Ну, я считаю, что вот у меня еще один хороший бой. Вот такой вот. Так что прошу. Ну, в принципе, если добавить туда украинскую аудиторию. Да. У меня вообще очень много с украинной аудитории. У меня проблема в том, что я латышский язык плохо знаю. От этого у меня латвийская аудитория, вот именно латышей, хромает. Да. Потому что меня многие просто не понимают. Я уже. Я этих испанцев не понимаю. Меня русские не все понимают, когда начинаю говорить. А латыши так тем более, потому что, ну, они не знают русского языка. Я сейчас поэтому стараюсь всегда какие-то вот посты писать и на латышском, и на русском, чтобы как-то было для них это настроить. Да. Настроить для себя. Зато с флагом ухожу латышским всегда. Я считаю, что... С тем самым, легендарным, да. Это легендарный флаг, я не знаю, сколько он уже прошел. Да, так вот. Но на нем вроде появились новые пятна кровавые. Да, у меня сейчас мама стирала его, кстати. Потому что он из крови был, я говорю, так, наоборот, прикольно же. Да, мама такая, нет, давай, это некрасиво. Ты взял чистый, верни чистый. Это самое, а по поводу, о чем мы говорили? А, аудитория. Латышской публики. Аудитория, да. Вот украинская очень много, прям дико много, с разных городов мне пишут. И у меня до сих пор там в тот же директ, после боя я еще не всем даже ответил. Там. Ну, мне кажется, вот я заходил на их страничку в Инстаграме, у них там пост, 7 комментов, пост. Там 3 коммента. Да. Пост про тебя. Сразу уже. Да, есть да. Потому что у них мало таких ярких бойцов, которые вот там что-то. У которых вот есть, опять же, такая команда, там, которые там ведут свои соцсети. И для них это сразу интересно, когда приезжает какой-то. Они вообще меня половину недолюбливают. Я это знаю, там я читал комментарии. Потому что приехал какой-то наглый малолетка, латыш вообще. Причем сходу. Выиграл претендента, который шел за титулом, и выиграл, и сейчас стал чемпионом. И еще там что-то кого-то колхозником называют. И, конечно, они такие, типа. Ничего себе. И вот половине это нравится, они ими поддерживают. Для организации это очень большой плюс. Да, есть да. типа антигерой. Есть такой, да, антигерой. Которого все хотят видеть, как тебя побьют. Да. Сейчас любой бой, если я буду драться с украинцем, все будут вот ждать, чтобы я проиграл. Потому что это круто, мне это нравится. Типа. И, ну, хотя мы сказали организаторы, то, что сейчас лучше побиться с кем-то не украинцем. А то тебя никто не полюбит в Украине. А то типа ты будешь бить наших, типа, и тебя будут не любить. Типа. Поэтому Украина большая, аудитория огромная, я думаю, что... Но вот у них еще был такой яркий этот потерян, но вот он ушел, да. Он такой тоже, весь его любили за то, что он харизматичный. Горобец тоже хороший такой. Горобец хороший, да, Горобец. У них большая аудитория очень у всех. А так, ну посмотрим. Может, станешь героем Украины. Может быть, да. Получу. Но флаг не поменяешь. Нет. Да. Нет. Флаг тоже латышский был всегда. Хотя мне там уже предлагали, типа, не хочешь там после боя, там, типа, чтобы тебя полюбила публика украинская, поднять украинский флаг. Я говорю, меня тогда латыши не поймут, если я встану. Не, ну и зачем? Зачем, да. Типа. При том, что я наполовину украинец, там, по папиной линии, ну, я себя никак не ощущаю украинцем. Я тут родился, я тут вырос. Уже типа. Да, я тебя не видел, чтобы ты сало ел. Ну да, не, я сало люблю, но я просто не ем, вот, да. Не доходит до этого. Не приходится. Да, а поэтому, да, мне тоже говорили, типа, да, может, там, латышский, этот, украинский флаг, там, или на взвешивание такое, чтобы все полюбили, ну, как бы, да. Я думаю, лояльность проявить. Лояльность, да. Ну, блин, там мои тогда не поймут, у меня латыши, те же латыши. Ну, нет, конечно, надо свое двигать, и ты всегда выходил. Ну, вообще не поймал вопрос. Ну, типа. Да, конечно. В тот же день, когда ты бился, потому что мы... с товарищами были, с друзьями за городом, мы смотрели твой бой, и после него мы смотрели бой Усика. Ты сам смотрел его? Ну, или уже отдыхал? Я так, то в телефоне так поднимал голову. Mm. Мы вообще приехали после боя к нам, у нас была большая, расскажу тоже интересный момент. Мы снимали апартаменты большие там в центре Киева. Потому что у нас большая команда, чтобы всем было по комнате. Потому что организация только оплачивает бойца и одного секунданта. Mm-hmm. Поэтому, конечно же, так не подходит. Мы поехали большой командой, сняли большой апартамент в центре Киева, там 4-5 комнат, я не помню, сколько было. И прикол такой, то, что вот кто нам эту квартиру сдавал, он говорит, то, что до вас, неделю обратно, здесь жил Ломаченко и Усик. Опа. Они, типа, вот перед тем, как в Лондон поехать, они вот там жили, типа, да. И получается, и вот мы... Пропитались духом. Да, пропитались, и мы сейчас сюда заехали. Да. И получается, что в один день бились два Саши, два стали чемпионами мира. День. Да.
И мы еще с одной хаты, получается, да. С одной хаты, да. С одной хаты. Такой интересный момент. Но тебе это помогло как-то ментально? Мы так взбодрились сразу, так по приколу. Ну да, и вот такой момент интересный. А боя так уже, мы после боя приехали к нам домой, там заказали кучу еды, стол, там у нас там с Украины, украинцы там еще приехали, там знакомые, друзья. И у нас там прям большая тусовка была. Я зашел домой, сразу пошел в комнату, закрылся и так часа два лежал, там у меня сообщение. Да, и потом выхожу в комнату, выхожу в гостиную, там человек 25 просто, какой-то банкет такой, там все орут уже, там это пьют. И все празднуют. Да, и, да, все празднуют, а я вообще даже с ними не сидел. И ждали вот все БУсика. Я потом вышел, сел тоже покушать, сижу с ними, кушаю с рыбой. Я что-то так, с телефон, так вот. Как-то полетело, я даже не понял. Ну, поздравлений много прилетало, я думаю. Очень много. Ну, типа, от боя к бою, конечно, вот прибавляется. Но столько внимания тебя не смущает? Ты привыкаешь? Вообще, в принципе, не был никогда обделён. Не, нормально, типа, вообще чувствую. Говорю то, что вот по поводу даже настроя на бой. Очень серьезный бой. Главный бой вечера. Угу. Защита чемпиона мира. Да. Я понимал, что этот турнир делается под меня. Я, да. Ну, я чувствовал, что как бы, я должен стать чемпионом на этом турнире. Угу. Типа, как бы это будет интересно. Большой Киев, там, дворец спорта. Там по улицам наши плакаты все висят, да. Как бы. Первый бой был тяжелый в организации, равный. Я понимал, что сейчас нужно именно доказать то, что вот мое право тут находиться, ну, не случайность, типа. Да. И до хера факторов было, там, я болел во время подготовки, там, два раза. Там, вообще, я со Стокгольма приехал, у меня спад был такой, я очень тяжело себя чувствовал. Постоянно смена соперников. И вот очень много факторов, которые должны были напрягать именно. Ну, мой настрой перед боем, я не знаю, это было лучшее вот мое состояние перед боями. Я вот начиная от того, как я утром проснулся, всегда бывает такое, что утром mm-hmm. в день боя просыпаешься, и такой понимаешь, что сегодня уже будет какая-то заварушка, типа, да? Mm-hmm. И такой, и аппетита такого особо нету, вот день боя бывает так, что-то mm-hmm. чисто ешь, потому что надо есть, типа. А я вообще просыпаюсь на позитиве, включаю музыку, у меня настроение веселое, у меня аппетит, я хочу кушать, первый жизнь я хотел кушать перед, в общем, день боя, прям реально mm-hmm. голодный был. Мы там и сели, за 2 часа выезжаем, ну, на арену, я пацанам говорю, блин, голодный, хочу кушать, пошли покушаем. И вот, и мы приезжаем на арену, у нас раздевалки две, там, ну, красный угол и синий угол, да, получается, я дерусь последний в файт-карте, как бы, я самый последний, а у нас там вся раздевалка, человек, там, 15 забита. Ну, все уже разминаются, там, турнир начался, все готовятся, и что-то смотрю, вот мы сидимся, я так оглянулся, и все какие-то потухшие вообще в раздевалке, бойцы вот те, кто дерутся. Все, что-то какая-то вообще траур в раздевалке. И я такой, блин, думаю, а мне хорошо, я вообще кайфую, у меня музыка в наушниках, я такой прям, ну прям, дико был себе уверен. Я, короче, меня это заколебало, я встаю, короче, говорю, внимание, пацаны, никого вообще не знаю, типа, они такие все на меня. Я такой, типа, я не понимаю, а что за настрой, ребята, мы тут что, сюда приехали? Умирать, да, я говорю, с таким настроем мы далеко не уедем, я говорю. Я, давайте, раскачаем эту раздевалку, прям так и показываю. Включаю музыку, начинаю петь рэп, пристали танцевать. Все такие, типа, сразу смотришь, типа, прям, это настрой, респект. Когда все так сразу раскачались, да. Поэтому самому... Ну, я тоже ненавижу, когда приезжаешь куда-то на турнир, и все на таких полуумниках, полу на таком, да, каком-то, все, сидят, какой-то негатив. Да, ну, я всегда, ну мне нравится, когда такой, эй, да. Такой, ну это же шоу, ну, это бои, это, ну, типа, для меня это праздник, типа. Да. Я жил полгода к этому готовился, я ждал этого дня, и тут еще сеть мне так вот сидеть, а там некоторые там сели, полотенце накинули и вот сидит. Да. Вот он уже, вот, он для сам себя съест. Вот для меня он уже проиграл. Нет, ну все, вот он типа сидит, настраивается. Потом другой тоже парень был в раздевалке. Мы разминаемся. А я так слышу, когда муха о чем, кто говорит. И он самому говорит тренеру. Вот если я проиграю сегодня, ясно. Он проиграл, да. Ясно. Он вообще проиграл. Уже не исключает. Да, если да, и поэтому говорю. Я в плане ментальности, типа, ну вообще прям, не знаю. Но соперник твой не выглядел очень сильно настроенным. Он когда вышел в клетку, я такой... Съеденный продукт. Я на улыбке, не знаю, я... Даже вот пацаны там с Киева, которые там старшие ребята, там друзья Паша мои, рассказывали то, что они там очень много с кем по миру там летали, там с мировыми там спортсменами, там какие только бои не были, там... Такой настрой, как у меня, говорит, мне никогда в жизни не видели. Типа реально, такой нагнул малеткой, приехал с Латвии, тут, и вообще еще тут всех раскачивают, всех это, и вообще улыбается, я говорю, вообще... И был момент то, что Озолыч, он бился... За 3 боя до тебя? Нет, за 1 бой за меня. Вот Оза 7-й, а мой будет 9-й был. Да-да-да. Окей. И все, получается, пошел Озу драться,
И все вот вся наша команда пошла с ним туда в зал. Типа, я остался один. Я что-то хожу вообще. Такой, мне хорошо. Улыбаюсь, все ушли, тишина, так что-то думаю там про у себя в голове. И все, Оза выиграл, все вернулись, пошел там биться, вот бой, вот, все, я уже следующий иду, да. После него. Оза там довольный, все что-то радостные, я так хожу, ко мне вот все уже приходит, это вот такое вот, все, понимаешь, я следующий, такое, ну, такой мандраж. Мини-мини, совсем такой минимальный, да. Вообще, вот даже не видно. Мандраж, я так смотрю, вообще, на пацанов на всех, там, на человек 10 у нас команда, командеха. И все как будто вообще, все что-то ржут, улыбаются, там что-то, Пашка там что-то в телефоне кому-то показывает, какие-то приколы, да. Там Андрюха что-то это, Игорь это, как будто все, я такой думаю, как будто все уже расслабились, говорю, мы еще даже не побились, а все уже как будто празднуют победу. Я говорю, пацаны, типа, давайте, все, сейчас бой, типа, давайте собрались. Ну и все, пошли быстренько на улыбке, на позитиве, и так же и вышли. И вышли, да. Да, поэтому я очень рад, вообще для меня, вот честно, вот этот пояс, вот эта вот победа, это все, конечно, круто. Для меня главная цель – это UFC. Да. И для меня вот этот пояс, это, вот шаг. Это как шаг, да. Я не сильно придаю значение, что я чемпион, там, это просто как, ну вот, как медаль для меня, образно говоря. Я дико кайфую от того, что я от боя к бою вот себя узнаю лучше. Потому что меня всегда вот такие вопросы мучают, вот, как я себя поведу, вот, когда такая большая ответственность, вот главный бой вечера, там бой за титул. Каждый раз, вот мы ехали когда первый раз в марте в Украину, я тоже, были какие-то демоны в голове, ты думаешь. Это первый раз едешь. Да, я полтора года не бился, там была травма. Первый такой серьезный бой с соперником. И вот я сейчас думаю, как вот не сломаюсь ли я вот морально в этом моменте, типа, да, не перегорю такое. Поехал в марте, вообще идеальный настрой, типа. Ну вообще, приехал, как полтора года не бился, на выезде первый бой после травмы, я как домой к себе пришел на спарринге. Ну это, не, очень важно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я думаю, блин, окей, я вот рад, что я вот типа, ну нормально, тянул вот все это. Сейчас типа еще ответственнее, опять типа, еще больше там спонсоров появилось, там ответственность, там титул, главный бой вечер, там турнир под меня. Угу. Я думаю, блин, опять, а вот как не буду догореть, типа там все. Вообще, типа, выхожу как вот... как на спарринге дохожу в зал. И вот для меня вот намного важнее после вот таких побед, вот это для меня намного важнее, чем вот какой-то пояс, там, победа, все это круто. Но для меня вот важно, я понимаю, что моя цель это UFC, и мне там нужно оказаться максимально готовым вот в ментальном плане, чтобы меня уже ничего вот не могло... Не удивило, да. И для меня вот намного важно вот такие мини-победы вот именно над собой, вот как я себя вот веду, и вот это вот для меня очень важно. Так же самое для меня было важно, вот как в первом бою я провел первый раз 3-5. Такой тяжелый был бой, такой вязкий, много клинча, борьбы. Я ж никогда всю дистанцию не проходил. И вот тогда тоже было важно понять, что я могу вот протянуть. Ну а в том бою ты был уверен, что ты выиграл? Потому что тоже, знаешь, да, я так смотрел, думаю, блин, не дадут. Тяжело, да. Я уже стоял такой после боя. Во-первых, очень устал. Хороший, равный бой. Да, хороший, равный бой. Я дико устал от того, что ну, вот весь бой был такой. Да, и ты его точно не проиграл. Да. Но я стоял и думал, что... Местные отдадут. Я был реально дико уставший после третьего раунда, и я уже такой был вообще без эмоций. Типа, я уже думал, как будет, так будет, но в душе так что-то подрастроился. Во-первых, потому что знал, что неубедительно. Если даже я выиграл бой, то будут вопросы. Типа. Я понимал, для меня очень важно еще выиграть так, чтобы вот прям вот выиграть бой. Да, вот как сейчас я вышел, я еще вот я по поводу вот этого крайнего боя, я рад, что я не просто вышел и тупо в размене попал, он упал, и как бы... Точечно так удал. Я вышел, я его поначалу в стойке разбил, и без запросов хлопнул. Типа вот чистая победа, как бы, да? Да. И по поводу крайнего боя, возвращаясь, да, я такой стоял уже, ну, недоволен был. Ну, понятно. Да, я думал, что не дадут, знаешь, ну, как обычно это бывает, типа, как бы ты выиграл, вопросов нет, но такое очень ровненько. Думаю, блин, да не отдадут гостю. Бах, отдали. И мне, я говорю, мне вот больше я хотел реванш не потому, чтобы вот там это, а я не люблю, когда вот эти вопросы. Я хотел чисто по-пацански, чтобы ну, вот нет, я... Ну нет, там вопросов так, в принципе, не осталось. Но все утихло, да, поэтому уже как бы и не актуально. Поэтому, ну уже, да, тупо стало не актуально. Да, тупо не актуально. Ну что, ребят, конкурс. Конкурс от Александра Чижова. Вот в этой баечке, историю расскажи этой баечке, что в ней особенного? Да, это, как сказать, не байка, а такая полужилетка. А история простая, я в ней выходил на свой крайний чемпионский бой, одевал ее один раз, и это было только когда выходил на бой. Да, поэтому... Постиранная пахнет. Постиранная пахнет, или даже не стиранная, не знаю, хотя я даже особо не вспотел, не успел, да. Поэтому, да, условия будут, наверное, очень простые, это... Я просто хорошо пахну. Условия будут простые, это, наверное, поставить лайк, оставить комментарий и поделиться данным интервью.
И вот мы, наверное, потом случайно кого-то выберем образом и вот получим эту... Отличная баечка, жилеточка, безрукавочка, я не знаю, как это называется. Но в ней чемпионский дух, в ней он стал чемпионом мира по версии WWFC. И поэтому кто-то из вас получит ее в свой гардероб. Поэтому делимся, ставим лайки, пишем комментарии. Спасибо всем. Такой вопрос тебе, я всегда удивляюсь, когда вижу, что ты это пишешь про хейтеров. У тебя реально есть хейтеры? Да, реально есть хейтеры, их очень много, потому что для меня... Вот мне кажется, что у тебя, вот если там, опять же, сравнивать с Даником, да. Ну, у Даника могут быть хейтеры. Да. Он такой, больше такой хулиган, знаешь, такой. Да. А у тебя откуда хейтеры? Вот, вот не знаю, откуда. Есть, конечно, в Латвии меньше, но до меня тоже доходят слухи, то, что, опять же, вот не все те, кто пишут комментарии, те там тысяча комментариев, не все они тебя за тебя поддерживают. Ну, конечно. Многие что-то, ну, и до меня очень много доходит. Ну, может быть, не очень много, но доходит вот там через там, 5 рукопожатий там информация, что там вот люди, которые вот, прям чуть ли не за моего круга где-то, вот они вот против меня, типа. Или там ждут, что проиграю. И опять же Украина. В Украине очень много хейтеров. И после боя с Хачатуром там пол Донецк меня не любит. Сейчас меня Одесса уже не любит, типа. И... Тебе же надо так красным заклеить. Я же вижу там захватывал. Было, я там заходил перед боем там, к этому сопернику там, на профиль так поставить фотки, что-то захожу в комментарии, там, и там столько там, да ты его съешь, там, малолетку, там такой. Я, я вот для них все. Понятно, что нет таких хейтеров, что, которые прям меня ненавидят. Ну, потому что вот для меня, типа, ну, за что тебя хейтить? Да, мне кажется, максимально вообще позитивный персонаж. Не, ну, опять же, не нужно делать плохие вещи, чтобы тебя ненавидели, я считаю. Любой, кто... что-то в жизни делает, у него что-то получается, у него у любого есть хейтеры. Я думаю, то же самое у тебя есть хейтеры, да. Там, у всех. Неважно, кто-то спортсмен, не спортсмен, там, успешный там, музыкант, это. Если ты что-то делаешь, и у тебя это получается, и об этом люди говорят, есть те, кто тебя не любит. Потому что кто-то работает там, на какой-то нелюбимой работе, и он несчастлив. И вот он видит через это на Фейсбуке, что вот ты там что-то делаешь. И он понимает, ну вот его это бесит, типа. Ну, понимает. Это вот недавно на моем примере было, да, там, когда вышло интервью такое душевненькое достаточно, и просто все такие, о, ты такой молодец, молодец. И просто одно сообщение приходит, так, ты говно. Ну вот да, вот. И ты такой сидишь, типа, ну ему что-то не понравилось. Ну, типа, да. Поэтому хейтеров, слава богу, немного, но они есть. Ну, они давят тебя как-то? Нет, вот есть такое, наоборот, я кайфую, да, я кайфую. Я люблю, когда... Хорошо, когда есть эмоции. Плохо, когда всем... Ну да. Похер да. на себя. Вот тогда, если тебя любят или не любят, ты уже какие-то эмоции вызываешь. Ну а есть такой человек-боец, да, например, который вот ты хотел бы ему набить башню. Вот побиться с ним. Нет. Может, там в Украине здесь нет такого? Нет, такого прям, чтобы кому-то что-то испытывал, нет. Я хочу драться только с сильными ребятами. Да. В идеале это бойцы UFC, либо бывшие бойцы UFC, пока я еще сам не в UFC. То, а так, прям такого какого-то имени, вот кому я хотел бы набить голову, нету. Нет, да, такого? Который тебе прям не нравится? Не, я как-то вообще... А с кем бы хотел подраться? Вот прям бой мечты? Ну, Конор, наверное, да? Или кто? Любой из топ-10 UFC. Uh-huh. Так. Ну, конечно, Конор, ну, как бы, да. Вообще, неважно. Да, хочу драться в UFC и там побеждать. А с кем, уже неважно. Кого дадут, типа, такое. Хорошо. Такой тебе вопрос, который я часто задаю ребятам. Самый сильный удар, который в тебя прилетал, от кого он был? Хамзат Чимаев. Он сильно бьет. Он сильно бьет, и причем он бьет сильно, неважно. Весит 160, 100, он со всеми очень жестко стоит. И вообще был такой момент интересный. Мой первый спарринг вообще в Алстарсе. Я приехал, причем я приехал в зал, и на утро у меня уже спарринг с Хамзатом. Ну, с Хамзатом был. Yeah. Ну, как, не именно с ним, а вообще общий спарринг, много ребят. Я пришел такой, а я до этого не спарринговал полгода. Вот крайний раз спарринговал, вот к Хачатуру, когда готовился к бою. Я что-то потом не спарринговал, и больше так по лапам там бил такое. И вот мой первый спарринг, они в Стокгольме произошли. Я приезжаю, на утро спарринги прихожу, раунд там с одним стал, раунд с другим. И между раундами, там, после второго раунда иду кого-то там еще глазами, Хамза, типа, давай, типа, погнали. Еще и маленькие перчатки были такие, я думаю, ну погнали. Ну, думаю, сейчас, типа, даст хотя бы там что-то поработать.
только начинается это, у меня тройка прилетает, я понял, блин, и прям реально, вот пятиминутку прям выживал, но прям выживал, он прям, ну, он включился, он работал жестко, работал, ну, не давал вообще ничего делать, типа, и, да, я стоял нормально, все выдержал, и после спарринга, когда закончилось, он подошел, типа, все, пожал руку, типа, красава, он говорит, типа, добро пожаловать, типа, в клуб, это у них у всех, проверочка. У них у всех, кто приезжает в All Stars, у них welcome спарринг с Хамзатом. Да, да, да. Тренер говорит, типа, что вот Хамзату говорит указание, типа, что, ну, его нужно проверить. Угу. И Хамзат тебя проверяет, да. И мы потом пошли вместе куда-то кушать, там, ну, вместе. И он говорит то, что вот это welcome спарринг, мол, типа, нормально. И, ну, приезжал этот Юрай Холл, такой, да. Боец UFC, там кто сильный, да, бился, да. Такой. Темнокожий. Темнокожий, да. Приезжал на сборы, и после такого спарринга с Хамзатом он сразу уехал. Типа, он прям жестко, да, да, да. И да, вот так вот мое было знакомство с Хамзатом, грубо говоря. Хотя я вот до этого мы с ним еще в Риге познакомились. Да, да. Ну там так, да. Вот, да, и потом уже спаррингал с Хамзатом в следующем спарринге, уже такого не было. Да, он да. Уже где-то давал. Все равно жестко, все равно дико тяжело, но где-то он уже тебе уже дает поработать. Ну, да. Он уже, да. Но он, опять же, он работает жестко, спаррингует, бьет жестко, там это, но он не травмирует. Да. То есть, как бы. Я вот не знаю, пытается сломать. Я не знаю, как это вот так, как так можно. Бьют реально жестко. И в голову, там, и засаживает. Но так ты не получаешь травму от работы с ним. А бывает какой-то там дурак, он вроде не бьет, ну, потому не жестко. Что техника. Да, он и техника, да. И поэтому. Ну, самые же тупые травмы и удары от корявых. Да, 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 да. А он, конечно, круто. Он что в правше, что в левше, что ударник, что это. Причем приходили боксеры, он бил боксеров по боксу. Приходили чисто вольники. Причем было так, что был день борьбы, и пришел какой-то, приехал то ли с Чехии, то ли откуда-то. Угу. Вольник такой прям, очень такой фактурный, там 120 килограмм, ну не 120, да. Но может 110 только, прям, реально тяжеловес. Уши там такие, ну видно там, он сборный там Чехии или да. Что-то там. Борьба. Борьба, короче, вольник такой. А у нас был день борьбы, и у нас были все легкие. Ну вот я, вот мой вес был максимальный, там, 80 килограмм. Mm-hmm. И он конкретно всех бросал, ну там, не чувствовал никого. А Хамзат в это время делал какой-то там кроссфит, что-то, там, что-то бегал, там, приседал. И главный тренер такой смотрит, потому что не с кем бороться, там, mm-hmm. вольнику. Он такой, Хамзат, а Хамзат там что-то там гриф там кидает, разбрасывает. Типа, а зем борцовки, типа, ну, поборись раундик с этим. Ну, Хамзат, а, ну, хорошо, пошел, обулся, просто раунд, просто уничтожил этого чувака. И просто разулся, пошел дальше, гриф. Вообще, типа, не почувствовал. Чувак не расслаблялся. Да, да, да. Поэтому, да, Хамзат, он такой, типа, как старший такой в клубе, такие все на него смотрят, все хотят, ну, равняться. Круто. Такой лидер. Там сейчас хорошая, да, команда такая. Да, очень хорошая. Там и Теймур Дэвид, который вот с ним тоже, да, работал, боролся. Хороший. Потому что раньше, а Реза Мадади есть, да, Реза Мадади, он бешеный. Да. Он очень круто борется. Он очень. Вот я как-то не получилось у меня с ним поработать, потому что вот он приехал где-то за две недели, как я уже уезжал, и как-то вот у меня не получалось. То я приходил, его не было, то я, он был, я не приходил. Как-то, да, так вот, ну, не получалось. Вот с Резой хочу очень поработать. А он тебе не говорил, что его брат живет в Риге? Не, его брат, да, живет в Риге, да. Я его очень хорошо знаю, брат его. Именно Мадади, да, да? Интересно. Не Патрик знаю. У него брат. Не Потому знаю. Что он мне давно еще, там, 10 лет назад рассказал, что у него есть брат Реза. Он бешеный, но он тогда, да, сидел в тюрьме, Реза. Угу. Он говорит, он вообще боец там сумасшедший. Я говорю, ну, я не видел его, не знаю. Угу. Да, угу. Нет, он очень круто борется. Угу. Хорошо, давай чуть-чуть поговорим про повседневную жизнь. Да. Чем ты вообще занимаешься, кроме спорта? Есть какие-то проекты, планы? Как сейчас многие бойцы, ну, чем-то занимаются параллельно? Я все равно стараюсь особо сильно не распыляться в плане, угу, все время акцент на тренировки. У меня не важно, я готовлюсь к бою, я отдыхаю там межсезонье. У меня всегда две тренировки в день. Угу. От этого тоже бывает тяжело что-то еще параллельно делать. Но стараюсь, да, как-то там и денежку зарабатывать, и там, и сям, и ничего криминального, все чисто, все легально, да. И тренируют уже индивидуально, у меня есть пару ребят. Да. И не то, что мы набираем много людей, есть просто 4-5 человек, кого-то я тренирую, с кем я комфортно, да, кто не сильно у меня энергию занимает, и вот так, чтобы тоже, как подработка. Угу. А так, конечно, основное у меня это спорт, тренировки и работа над собой. И вот планирую уже скоро еще пару недель отдохнуть и уезжать в Стокгольм обратно. Так что так, график у меня такой, плюс-минус. Тренировки каждый день, вне зависимости от условий, там, подготовка, либо это межсезонье. Да. Потому что должен быть готов всегда. Есть такое, что бойцы готовятся там, им сказали, там, за 2 месяца ты, у тебя бой, они, да, 2 месяца они включаются,
там, по максимуму, отбились, потом два месяца не заниматься вообще. Да. Но ты же должен расти именно. Потому что когда ты готовишься к бою, ты набираешь кондиции именно к бою. Ты вот физуху набираешь такое. Да. А сам рост происходит, когда ты вот вне подготовки, все время готовишь, спокойно, да. Конечно. Потому что когда ты постоянно на максимум работаешь, ты на износе. То есть всегда я там к бою боец подходит, он такой уже, немножко на спаде, ну, как бы тяжело. А когда вот именно нет боя, когда ты ментально не нагружен, да. Ты просто вот делаешь какую-то там технику такую, там что-то нестандартное пробуешь, типа, вот и у тебя, и ты тренируешься с кайфом. Вот я, можно говоря, сейчас тренируюсь с кайфом, типа, я знаю, что у меня нет боя, я морально не загружен, у меня нагрузка немножко сбавилась, не так интенсивно все это. Я прихожу, я это делаю так, чтобы я не изнашивался, и мне это в кайф, типа, я как бы впитываю новую информацию. Да. Поэтому сейчас поеду в Стокгольм именно тренироваться. Не как кемп к бою, да. А просто вот, тренироваться, просто учиться. Да, поеду, да. Угу. Поэтому да, и очень важно всем бойцам, говорю, профессиональным, вот провели бой, да, недельку там две можно отдохнуть, там у кого травмы, может, залечили, там. Но всегда может быть в форме, как бы, как там один раз Хасан тоже в интервью сказал, то, что если самураю понадобится его меч один раз в жизни, точить его всегда, надо, да, поэтому... Поэтому всегда точим свои мечи и ждем момента, когда их придется достать. А какой бой бы ты хотел увидеть вот между латвийцами? Между латвийцами? Да. В ММА или в карадин, или в боксе? Вот, кстати, в К1 я хотел бы посмотреть на два боя. Первое это Заур против Стаса Макаренко. Мне кажется, но это. Они же кореша. Ну нет, ну нет, да. Не, просто они по стилю, вот, и вот оба такие зрелищные в плане, бескомпромиссные. Мне кажется, вот именно Заур со Стасом это был бы такой прям плотный бой. И в то же время, с другой стороны, Юра Орлов против Аукштекалнаса тоже посмотрел бы. Вот такая четверка, типа, они вот интересные всегда, да-да. Это собрались кикбоксинг. По ММА. Кто у нас сейчас по ММА? У нас по ММА не так много вариантов. Да, я посмотрел бы на реванш Лейсенса с Кудрявцевым в нормальных условиях уже. Да. По профи. Без дождя. Без дождя и по профи, чтобы это было 3-5. Ну, Лейсенс собирается менять категорию. 66. Он весил 86, две недели обратно. Ну ладно. Будет как будет. Вот я поставил бы, может быть, на их реванш. Надо вот по любителям, по молодым прибежаться, что. Ну вот Санакова с Расулом я поставил бы реванш тоже. Да, это был очень крутой все бой. Очень ждут. Это вот тот бой, который я вообще так, ну, когда свои любительские бои мало эмоций получаю. Вот это был именно тот бой, когда вот я прям так вот, то есть аж там прыгал, там как бы туда. Крутой бой, пацаны закатили. Интересно. Мне когда спрашивали, говорят, а почему это главный бой вечера? Да, вы увидите. Я говорю, вы увидите. Да. Я говорю, вы увидите. Расул вообще, у него такие все бои очень зрелищные. Да. Молодец. Воин. Посмотрел бы еще бой. Вот Никита Глотова, что-нибудь, может, с Денисом Степановым, либо Белов со Степановым, да, вот это вот у них там какая-то была. Что-то либо Рыжов со Степановым, да, вот какой-то. Короче, так... Степанова бы посмотрел. Степанова, посмотрел бы с кем-то, да. Такое. Ну, у Степанова там вариантов море, с кем можно подраться. На самом деле, сейчас, вот я когда составляю пары, сейчас будут 5 турниров Get a Fight. И я тебе скажу, что там даже мне интересно. Много боев. Вот интересно, я тоже, мы с тобой списывались после крайнего гетто. Это вот какую-то восьмерку сделать, 70 килограмм, где будет... Там куча людей. Там куча людей, там будет... Кто? Это вот пара с Красниковским. Вот ну вообще у меня типа в планах сделать 66. Это Фарух, это Толя эстонец, украинец точнее из Эстонии, это Красников. Это, опять же, Карлис, который Чернявск. То есть там вообще там очень хорошая. Очень хорошая, да. И вот туда Глотова надо закинуть обязательно. Глотова либо Рыжова, вот кого-то из них. Глотову вообще... надо сначала пару боев таких провести и проявить себя, потому что у него есть последние бои, у него поражение, хотя мы отлично знаем его потенциал. Да. Но надо ему такой разгоночный бой, и потом сразу залететь в какой-нибудь гран-при. Да, Рыжова можно закинуть. Рыжова, по-моему, победа, да, крайне все. Рыжова. А Рзутика надо вытаскивать тоже потихоньку. Рзутик машина. Да. Он после пандемии 90 килограмм весил и такой опасный тип. Не, на самом деле, на уровне, почему я вот сейчас больше занимаюсь
полупрофи, там больше людей таких, ну, интересных. Да. Они, многие из них и не планируют, они не видят себя в профи. Но вот в любителях, в полупрофи, они прям могут закатить бои. Я так вообще вот тоже смотрю, вот... на молодых ребят сейчас, я так вообще вот мало вижу, кто вот намерен прям в профи идти. Я на самом деле, честно, и не всем бы это советовал, потому что, ты же знаешь, я открыто не советую. Да-да-да, мы вот с тем жданником как-то разговаривали по поводу вот молодых, вот пока так не видно, кто следующий вот там за вами пойдет в плане именно вот полностью профессиональный спорт, типа. Да, такое на самом деле... Занятие так себе, конечно. Нужно это прям реально любить. Ну, это нужно любить раз и понимать, что ты будешь жертвовать. Да, когда тебе подходит чувак и начинает втирать, что он в UFC хочет драться. У меня там тоже было такое, вот как бы, вот только буквально сейчас, может быть, год, какой, полтора-два, когда вот уже стало как-то в финансовом плане все выравниваться. Потому что до этого вот я понимал, что вот у меня вот лето 18-19-20, там уже пацаны уже работают, уже кто-то уже машину купил, кто-то девушка уже там живет. А ты такой с сумкой. А ты сумка у тебя в кошельке, там бобы, грубо говоря, и ты, блин, понимаешь, что. И пока что ты понимаешь, что еще в ближайшее время еще кардинально ничего не изменится. Да. И вот если ты готов, вот в это время, когда, вот, грубо говоря, хочется и тачку, и девчонки, и какой-то там. То есть ты готов этим пожертвовать? Да, да. Чтобы потом в будущем жить так, как, допустим, уже эти ребята не смогут, то да. Это то, о чем я всегда и говорил. Потому что у меня моменты эти такие, да, когда вот ты там едешь с сумкой, там вот у Елгаву на поезде к Шмелю бороться, и ты понимаешь, что тебе вообще вот Елгаву не хочется ехать, там с Риги на этом обратно, там только в 12 домой ты возвращаешься, там в кармане голяк, знаешь, ты едешь вот у Елгаву, ты смотришь в окно, это как-то так с грустью, как в каком-то грустном клипе, когда дождь идет, и ты понимаешь... И в наушниках. Да, и ты понимаешь, что это когда-нибудь и купится 100%, поэтому... Потому что, ребят, это не только большие арены, крутые клипы, гонорары и славы, это большой труд. Все это, вот то, что вы видите по картинке, вот все эти вот красивые фотографии, это вот все комментарии, лайки, это все, конечно, круто. Это все потом? Это все и не потом, факт, что будет? Не факт, что будет, это как следствие этого твоей тяжелой работы. Да. Ничего из этого не придет к вам. Вот просто потому, что вы ходите в зал там, и как-то числитесь там в спорте. Да, никакие там, никто с вами не захочет фоткаться, никакие там девчонки вам не будут написать, если вы не будете. Ну, вам нужно, в первую очередь, тяжелый труд, работа, вера в себя, вера в своего тренера. И вот, побеждать. И побеждать, да. И вот только потом, как следствие всего этого, закономерность, придет там уже какая-то узнаваемость, уже какие-то там предложения от контрактов, спонсорские, там, внимание, там, и все такое. И на этом не надо зацикливаться, потому что сегодня это есть, завтра этого нету. Я вот никогда там тоже, если уже так, конечно, и внимание люди оказывают, там уже и пишут, и это все, но ты понимаешь, что вот важно, это те, кто вот с тобой рядом, близкие. Вот мама, там, образно говоря, она всегда будет с тобой. Вот, здоров ты, нездоров, там, неважно что, победил, проиграл, мама будет всегда рядом. Там, либо там твоя команда, тренер, там, друзья, блин, ну прям твой круг. А так люди, они... Приходят, уходят. Сегодня тебе подняли руку, у тебя 1000 сообщений, там, завтра ты проиграл, и тебе там только мама написала. Какой-то боксер, по-моему, говорил, какая цитата была похожая, что там... Ну, не, это я постоянно вижу, даже, вот ты недавно видел мой пост, там, в поддержку Даника, да, когда вот он бой провел, да. И такое было большое внимание перед боем, там все делились, да. А после боя такая тишина. Да просто выложите фотку, конечно. Поддержите пацана. Да, конечно, это ему же... сейчас, ну, типа, важно, мы же видели, как он прям переживал уже там, когда он сидел грустный такой. Просто выставь фотку и поддержи словом, все, тебе ничего не требуется. Ну, не выиграл, конечно, все, можно важно, не поддерживать. Да. Нет, это, да. Подходит интервью к концу, и наши... вопросы от прошлого гостя был вопрос. Да. Кристоф Зути спрашивал, какие у тебя самые любимые цветы. Цветы? Да. Давай тогда так, если ты так равнодушно отношусь, какие цветы, если я дарю кому-то, то какие я люблю покупать. Да. Для меня, на самом деле, всегда такое волнительное место покупать цветы девушки. Я вот, честно, не люблю это, но заставляю себя. Всегда эти, как они называются, которые вкус пахнут, такие белые. Лилии. Лилии, да. Для меня, мне кажется, какой-то беспроигрышный вариант. Вот, типа, если ты не знаешь, что многих подарить... Многих девочек аллергия на лилии. Беспроигрышный это розы. Я пару раз так обламывался. Как Киркоров. Принесли лилии, мне говорили, что я не люблю лилии. Ну, окей. А розы, типа, очень банально для меня. Надо говорить, не любишь, не ешь. Прийти, типа, с розами очень банально. А для меня как-то лилия... Девочкам надо дарить золото. И внимание. Вот и все. Ну, давай твой вопрос следующему гостю. Так, мой вопрос следующему гостю. Хорошо.
Кто бы то ни был следующий гость, наверное, вопрос будет слишком банально. Уже все задают вопросы. Давай сделаем так. Следующий мой гость, кто будет на этом интервью, включается любой минус, найденный на Ютубе, музыкальный, и 15 секунд ты должен читать рэп. Это не вопрос, это типа челлендж. Да, это как челлендж, да. Кстати, можно вообще поменять формат на интервью, теперь не просто челлендж будет. Слушай, да. На самом деле нормальная идея. Какая, прикольно, да-да-да. Короче, включается минус любой, да. 15 секунд, это как раз время, как в Инстаграме сторис можно выставить. И ты следующий гость читаешь рэп. И пускай готовый. Если это будет кто-то пожилой и старой школы. Тогда шансон будет петь. Окей, давай, следующий гость, ты читаешь рэп. 15 секунд. И передаешь привет Сане. Всем спасибо большое. Это был Александр Чижов, Manuel Knows. До следующих встреч.